Вот тут стенка, и вот она там выходит, труба туда, и вот там начала в том месте гореть. В тот вечер Александр Ковалев решил протопить личную баню, которая пристроена к оздоровительному комплексу. Почти 3 часа он наслаждался отдыхом, позже отправился в дом. Около часа ночи супруга услышала пронзительный звук. Это была пожарная сигнализация. Горела парилка. Хозяева взялись за огнетушители и вызвали спасателей. На данный пожар выехало 10 пожарных автомобилей. В результате была изначально угроза распространения огня на соседнее строение, но оперативными действиями удалось ликвидировать загорание оперативно и тем самым спасти соседнее строение. Со слов Александра, огонь распространялся молниеносно, но сотрудники МЧС делали все, чтобы в этом ЧП никто не пострадал. Стихия успела уничтожить парилку, чердак и кровлю. Материальные затраты пока хозяева не подсчитывали. К несчастью, уничтоженное имущество не было застраховано. Как вы думаете, из-за чего все-таки это случилось? Из-за моего разгильдяйства. Немного перекалили, да? Ну, наверное, перегрелась. Моя баня, которая сгорела, она больше 20 лет стояла. Поэтому все сухо, как порох, горело. Спасатели пока не выдвигают официальной версии этого пожара. Но в случае подтверждения вины мужчины, ему грозит административная ответственность. Что касается комплекса, или как его привычно называют у Ксюши, он в полном порядке. И здесь по-прежнему принимают гостей. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.